Блять, чуть. Чем на твоей стороне подходит? Активный канал. Давай просто идем за тобой. Здорово, здорово. А вы не подскажете, где можно переночевать? Я откуда знаю? Вам надо уйти. Если бы это новое, возможно, не будет. Я первый решил маленький. У тебя же это, сетки там нападают. У меня тут ор небольшой. Все в порядке? Музыку сильно слышно? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Блин. Ерик, можешь чуть-чуть убавить, пожалуйста? Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Ищем ночлег, получается. А где она пропала-то вообще? Броня, посреди левой. Где Алиса-то? Может. Как-то не считал. Что она там делает? Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. А нахуя 9-го? Но это на другом конце города. Что за новый? А нам нужно прямо сейчас. Yeah.
Идем, Алиса. Магазин. Магазин. Что там еще что-то есть? Ладно, сначала магазин. Че, убьет? О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Ой, вот это. Что там? Ебать меня уебашил, ты видел? Да. Я тут с ребенком. Нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига. Бомжиха-андроид. А, вот это прикол. Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Вали отсюда, если ничего не покупаешь. Грубиян. Выкрасть деньги из кассы? Как это сделать? Еда для Алисы. Украсть, конечно, украсть. Ну а чё, хавать-то надо, надо. Надо как-то это, выживать. Всё, успешно. Ой, надеюсь, вы не запаритесь. Чёрт! Теперь у нас есть деньги. Ты меня обманула, чтобы их украсть. Разве так можно? Я тебе верила. Ты нахуй меня подсегивать или пристал бы это было такого? Сука, там надо идти. Теперь фармит нас. Чё, Яша будешь? Антифуза. Ты права. Антифуза там. Какая она будет? Так нельзя. О. Прости, это больше не повторится. Нормально, нормально. Мега Ошел. Это прачечная. А что там, 10 ксерий? Адис! Тут тепло. Сейчас согреешься. Братишка, Адис. Блядь, сейчас ебану на... А Монта спасает от этой связки? Плак, да, вот это я не знаю, кстати. Я забыл. Просто спасает сейчас, по-моему. Нет, разу спасает. Блин, я спасал, искал то, что я не буду больше... Красть. А, я не буду красть. Он что ты делаешь? Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Блин, что делать?
Я обещал ей не это самое. Че, красть? Не знаю. Нет, я не хочу. Спроси у тебя. Че, красть? Звоните ему. Пусть чатик решит. Ну блин, она же сказала не красть. Я обещал не красть, это портит. Нет. Прости, Алиса, но нам придется. Блин, я нажал уже кради. Блин, ну мы же согреемся, мы будем и скроемся. То есть она же ребенок, она пообижается и все. Потом нормально все будет. Зато мы в тепле будем и в новой одежде. Блин, Алиса минус, конечно. Ну да, я думаю, это не сильно. Че, она еще у него хочет украсть? Ну это же слишком парень был. Опа. Сейчас можно. Держать надо, я откуда знал. Че так сложно? Просто ворвать один. Первый скип. Ой же. Че, Тимур, он звонил? Так, ну, сейчас дефизами тут все нормально будет. Да, а, сама одевает. Видишь, нормально, нормально все сделает. Он не в теме. Я тебе говорю. Ой, ой, ой. Полицаев не надо. Во, все, приоделись. Сгинув шурой, пчела опылитель официально признан вымершим видом, офигеть. Как теперь запасы приближают вашего андроида, могут взломать. Среди пользователей на сайте знакомств на самом деле менее 5. Ладно, это не особо интересно. Эта музыка будет вечной. Андроид забеременел от моего мужа. Подробности в статье. Живые концерты снова входят в моду. 10 способов удовлетворить мужчину и удержать его. Адель, про тебя. Тебе надо читать. Ладно, не будет. Тихо, тихо, тихо. Ну да, Адель, что-то. Идти в мотель или искать дальше? Ищи дальше. Не, давай в мотель сразу. Сейчас. Зря надо, да? Не знаю, вдруг что-нибудь еще нужно. Ну да. Переночевать. Классно, конечно. Почему? Ну, не знаю. Вдруг... Просто деньги отдаем, идем. А, у тебя же деньги точно есть. Здрасте. Да, я слабый. Можно? Поставить номер? Стоит 40 баксов. 40? Вот, да? Мне нужно ваше имя и адрес. Лена, не лезь, сейчас сладкий ебанется, он тут подвыше. Арчер. И будьте добры, документы. Опа. Ну, суперплатки 17. У меня с собой нет. Прошу вас, ребенок устал. Нет, ничего. Завтра разберемся. Спокойной ночи. Спасибо. Идем, Алиса. Бля, ну убежище нашли. А он тебе поверил? Этого я не знаю. Но сегодня ты будешь спать в тепле. А что, где я такое не знаю? Мне хоть здесь вахт стоит, там. Мне с хэппи залазит, чтобы сюда дает мне. Что, сейчас нам покупаем? Потом мне скинут, да? Если твари быстро видишь, что мне точно их скинут. Даже если я должен буду выяснить просто... Ну, сейчас вот так это все. Я возьму сейчас вот, чтобы что закрыть. Ну, вот, нет. Что ты хочешь сказать? Сам тебе. Юрий. Тихо, тихо, пацаны, тихо, тихо. Ты что, стримишь, что ли? Да. Блядь. Как хочешь, блядь. Сука, хоть мне.
Я наконец-то закончилась с песней. Ой, ебать. Короче, та же тёлка. Смотри. Пишет, короче, ты слушаешь, Карла? Есть шоколадка. Ну? Я говорю, конечно. Дать у тебе. Него онлайн-концерт вышел. Хочешь, сходим? Онлайн-концерт, ебать, не вышел. Так ты давно не хавала. Короче, ебать, чё, 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 чё. Подъёмник. Ну, как-то... Да. Доминировать. Властвовать. Это даже не доминация, это, короче... Нужно давать понять, короче, на что ты делаешь. Ты видел это, нет? Чё он было? Я просмотрел, как охуенчик. Как долго не проявляет акцию. Двоё ведут сюда, захватывают, блядь. Лена Мирана, на. Вся команда у них возле рядом стоит. Развешу ванной сушиться. Опять работать. Блин, а? Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Из-за жирной уёбки тебе ребенок, блядь, думает, что он чмо. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать. Я выключаю свет. Что я буду делать? Я же не сплю. Андроид не спит. Смотреть, как это? Андроид спит. Ой. Спокойной ночи. Смотреть, как ребенок спит. Стоять буду просто. Лечь? Уйти? Зачем уходить? Зачем уходить? Не. Я рядом лягу просто, и все. Можно было, конечно, что-нибудь поискать там. Получается, чувствовать начинает робот. Доверие. Плюс доверие. Офигеть. Мне интересно, сколько тут вообще развилок. Ё-моё. Ты почти все разблокировал. Ну, как бы по своей линии, да. Вот что-то не разблокировал, это что? А, в прачечной. Украсть, можно было не украсть. Что-то как-то по-другому. Ну, типа, выйти без одежды, я так понимаю. В магазине какая-то украсть шоколадку. А я мог не красть шоколадку или типа или что? А, если бы я не украл шоколадку, что-то было бы, наверное. Да. Выйти из супермаркета. Алиса и Кэрэ сняли номер в отеле. Ну, прям концовки, три штуки, все. Понятно.
Я забыл, как его зовут, блин. Это что, меня выкинули на помойку роботов? Раз, раз. Улики, улики. Звуковой процессор поврежден, звуковой данный поврежден. Ну, зрение тоже. Причем чертоги разума. Чертоги разума? Прикольно, блин. Энергосберегающий режим неисправность. Левая и правая нога отсутствует. Не можем встать на ноги. А, я без ног еще. Заебись. Я все могу. Совместимо. Берем. Левую ногу тебе надо. Ебать, обосрался. Прикольная сцена. Что-то напоминает что-то эти руки, где-то это было. О, блядь, падла! Зомби ебаные. Страшненько, плюс вообще атмосфера страшненькая. Глаз? Да ёпта, несовместимо. Вот какой-то шнырь. Ну давай так. Не заяц. А мне когда скинешь? Лох. Да ёбаный. Thank you.
Я тоже жить хочу. Давай. Убиваю. Отключение неминуемо. Так, мне еще глаз надо найти и звук, по-моему. Звук там какой-то. А? Какой у тебя там звук? Заглушенный? Ну, да блин, не сказать, что прям заглушенный. Ну так и взззз, вот это все. Шум какой-то, шум. Хотя он просто по факту не должен ничего слышать. Ну как бы, ну чисто для атмосферы сделали. Но нет. Я тебя скину. Вот и глазик подъехал. Круто, круто. Пока нормально заплатили. Обнаружен свой монет программы. Обратитесь в ближайший центр поддержки резервации. Не видишь байтер, блядь? На 6 тысяч, короче, байтер. Получили 5-6 тысяч. Да, бизнес лиц жестко. Не, спасибо, Сларк. Если начало у Сларка хорошее, то все игры перевернуть. Да ты мне поможешь, короче. Капец, как шумно. Жать надо. А я откуда мог знать, что жать? Как-то не показывает. Или показывает? Вот это показывает. Вот это тоже показывает. Ты как нам? А там шныри тоже пытается. Нет. Да, музыка вообще прикольная. Я слышал, да? Да, Толя, привязан у тебя? Который я звонил тебе? Да, да, да. 2800. Звук не надо добавить? Нормально? Я живой, я выбрался. Я красавчик. Хорошо. Не был по факту. Дело есть там. Как мне много его ничего не говорить дела. Да? А, не боятся, кстати. Вместе. Я как раз посмотрю, как стреляешь. Он знает, это дело. А отец главный поэт.
Эпично, эпично. Блин, у меня игра вылетела. А после чего? Походу, да, каким-то героем будет, только у меня игра вылетела. Блин, я надеюсь, сохранится. Только 0.5. Должно сохраниться. А хотя у папичи же вылетало. Ну есть в Юматово, ебать. Это что такое? Нахуй прикол, блядь, сканка, блядь. А после чего у тебя? Башка сканка. Да не знаю. Странно. Не, прикинь, вот так просто не обновляет. Юматово это деревня, ебать. Чё, это никак не пропустит? Я... Главное для меня это чтобы было четко. Ты на свои еще? Киберлайф, компания, которая меня создала, проводит опрос пользователей. Хотите поучаствовать? Ну, можно купить. Я хотим, конечно. Хорошо, начнем. Вы могли бы влюбиться в андроида, который похож на человека? Ну, блин, он же андроид. Нет. Может ли технический прогресс представлять угрозу человечеству? Возможно. Ну да, я думаю. Вы отправляетесь на необитаемый остров и можете взять один предмет. Что возьмете? Книгу, сотовый телефон, ручку и бумагу, игровую консоль, музыкальный инструмент. Что за бред? Мне кажется, самое полезное — ручку и бумагу. Типа сотовый телефон на необитаемом острове, он работать не будет. Книгу можно, да, книгу тоже можно. Игровую консоль он тоже работать не будет, музыкальный инструмент тоже бред. Но ручку и бумагу. Как вы думаете, у вас есть зависимость от технологий? Ну да, да есть. Развитие какой технологии вы ждете больше всего? Андроиды, летающие автомобили, космический туризм, устройство с подключением к мозгу. Вопрос интересный. В принципе, летающий автомобиль это прикольно, но нет. Ну как бы, это прикольно просто, типа так. Космический туризм, ну нет, вообще. Вот андроиды или устройство с подключением к мозгу? Вот устройство с подключением к мозгу, что подразумевает? Ну типа, может ты можешь подключаться к этому мозгу устройство... и управлять? А, не-не, типа я могу мозгом управлять, например, какой-нибудь технологией. Ну это прикольно, но зачем андроиды, зачем то есть для андроиды, если я могу вот этим заниматься? Ну тем более андроиды реально этот, запись воспоминаний, например, реально. Это прикольно, кстати. Ну, не, конечно, спросите. Вы верите в Бога? Нет. Вы бы доверили андроиду своих детей? Ну, если он, конечно, проверенный там. То есть уже много-много лет они... Да, наверное. Сколько времени в день вы проводите, пользуясь электронным устройством? Больше. Очевидно. Вы согласились на то, чтобы хирургическую операцию вам провел андроид? Ну, опять-таки, если только это. Ну, типа, проверено, несколько это. Ну, хотя, ну да, наверное, если было бы не проверено. Как, по-вашему, машина может развить сознание? Ну, в принципе, возможно. Я тоже думаю, да, возможно. Ну, типа, если это искусственный интеллект прям настолько офигенно развит, я думаю, да. Так, если у вас допустимо романтическое отношение с андроидом? Что это? А, это для вас типа... допустимо романтическое отношение с андроидом, похожим на человека? Ваш ответ – нет. Реакция мира – 67% – да. 15% – нет, но это бред. Может ли технический прогресс представлять угрозу для человека? Да, 69%. Ну да, очевидно. Ручку, музыкальный инструмент – 32%. Для чего, блин? Странно. Как вы считаете, у вас есть зависимость от технологий? Да, 83%. Ну, это да, очевидно. Так, технологии прорыва вы ждете больше всего. Устройство с подключением к мозгу? Ну, да, 40% тоже большинство. Верите в Бога? Нет. 52%? Вот это прикол. Вот так вот. Шах и мат от верующих. Вот вы бы доверили андроиду своих детей? Да, 52%. Ну, это такое спорное. Сколько времени в день вы проводите пользуясь больше? Ну, это тоже очевидно. Если вы хирургическую операцию провел. Да, 77%. Верите, что у машины может возникнуть сознание? Да, да. Прикольно. Прикольно просто. Давно вы к нам не заглядывали, рады вас видеть. Кого давно только что вылетел с игры? Давно не заглядывал. Сейчас скрываюсь? Да, наверное. Я надеюсь. Опять что ли?
Надеюсь, не надо будет опять за это. Блин, ну оно в самом конце там так-то. Вообще нам еще ничего не показали, ни сохранение не прошло. Мне кажется, опять сейчас надо будет, короче. Чё? Еще с середины миссии причем. Типа ноги есть уже. Да ёб. Блин, зачем я поднял? У них же нет, по-моему. Да, нет. А, буду делать то же самое, что и делал. Сейчас на спидраночку пройдем. Уже не страшно. Вот у этого чела сердце. Подруги. Ой, Адель, осуждаю, конечно, такой юмор. Не-не. Тебе показалось, они просто игре... Это тоже осуждаю, конечно. Ой! Жду ваших приказов. Вообще, Адель, на Твиче вот эти все темы запрещены, меня даже забанить могут. Ну, если бы я был популярным стримером. Нахуй не велюра, я думал велюра нога. Да, сейчас жесткий Твич стал. Еще сейчас за музыку тоже этот банят. То есть любую музыку слушаешь, который этот. О. А я думал, это только в Ютубе сейчас так будет. Да не. Ну это, знаешь, не. Как это? Не отставляет от ответственности, или как там говорится. Не отпускает от. Во-во. Велюр, брат, тут помогает. Материться можно, почему? Материться можно? Слово на П еще нельзя говорить. Ну, то есть вот это ЛГБТ все трогать. Культурное общество, да, культурное. Нельзя слово на Н говорить, то есть вот по цвету кожи. И нельзя на П говорить. Осуждаю. Да он сказал просто это. А он сказал? Какое плохое слово? На Н, который. А мне звонят зачем? Влад, возьми, скажи, я стримлю. Просто стримит. Это Влад, это Рустемик. Да, он такая. Он стримит сегодня. А, в Дискорде? Серега что-то звонит. Что звонил? А, я уже выключил. Что звонил? Ну, он что-то хотел сказать. Типа, он думал, что ты работаешь. А где вебка? Вебка отсутствует? Жаль, конечно. Да, он не особо хочет говорить. Ну да, блин. Давно бы делал. Если бы это... Не, ну у нас такая компашка, типа там... Да, да, да. Вы да. Не бы, короче, в теме тоже. Так что, не, пока без вебки, потом. Когда-нибудь. Никогда? Да. Типа стремаешься, нахуй, не знаю, типа, и все. Не, ну просто тут что, люди, если бы один был. Я не к этому клоню, брат. Ты что, тут голые дядьки ходят? Да, тут голые. За соски тоже банят. За мужские соски банят тоже.
А женщины там нагибаются, там... Ну да, это можно ебать. А мужики соски нельзя. А если звездочки приклеить туда? Не, можно, можно. Ну типа, один чувак стримит, он на гитаре играет, и этот... Ну, на сосках у него лента просто. Ну, изоленты такие. Крестики. А если изолент случайно упадет, то президент заедет? Ну, если жалобу подадут, то да. На, ну, типа, либо на суд, скорее всего, на сутки улетит. Я первый раз. Твич жесткий был. Вообще похую всем был. И магаз проверенный, я 4 раза. Одно и то же, один жесткий дадут. Вот ложка. А еще остальные деньги. Ну нету, если что, похуй куплю. Потом дадите такой. Что, картошку покупайте? Мое имя Маркус. 2 килограмма мало, наверное. У нас много ли? Так, ну сейчас, надеюсь, не вылетит. О, не вылетело. Тут, мне кажется, не... Бля, я что-то пропустил даже. Не хватит, конечно, но... Да и пофиг. А конец один все равно. Что-то не открыл какой-то. Я знаю, зачем. Я вот в ОБС смотрю, и картинка вообще прям четкая. Мне кажется, четче, чем у меня даже. Сука, 20 секунд. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Коннор. Найти Девианта было очень непросто. Его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Коннор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень... непростым. Что ты думаешь о Девианте? Признаки девиации были налицо. Когнитивная нестабильность, непредсказуемое поведение и, конечно, эмуляция эмоций. И даже страх эмуляция смерти. Эмоций. Ну, страх смерти. Модель явно имела девиацию. Так называют эмуляция эмоций. Лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Я не понял, кто это. Торопись, Коннор. Времени мало. Типа один из создателей мой? Нихуя не понял. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Здорово, Ринка, здорово.
Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерс? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Я, конечно, я его найс музыку. Рыцари Черной Смерти, Heavy Dark Metal. Зря я его, конечно, эти вещи трогаю. Сорян. Ты что, его ног? Да, я вроде сегодня постригал. Пончики на. Ну, это типичный коп, пончики. Кофейная чашка, холодный кофе, следы кофеина. Ну, тоже типичный коп. Клён веерный, азиатская внешность, вид Сисигасира Сёхин. Ебать. Лозунги против андроидов. Пользуйтесь мозгами, а не андроидами. Зона свободная от андроидов. Детройт баскетбол. Бейсболка Детройт. Спички происхождения бар Джимми, дерево, фосфор. Блин. Волос собачья шерсть. О, у него собака есть. Оперативная группа Красный лед. Сборный отряд полиции провел ликвидацию сети распространения красного льда. 2028 год. О, это чел из этого. Из фильма, походу. Похож, по крайней мере. Как он там? А, забыл, блин, как называется фильм. Полиция Детройт поймала дилеров красного льда. Детектив Андерсон повышен до лейтенанта. В Детройте изъята рекордная партия красного льда. Красный лед, эти наркотики. Полиция Детройт поймала дилеров красного льда. Ой. Все вроде. Все решено. Были награды за службу. Рад вас видеть, лейтенант. Что, не спалил? Господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Пойти послушать, осмотреться? Ну, конечно, осмотреть. Ой, пойти послушать. А что такого? Я робот, я причастен к делу. Правильно? Стол варится по 10 дел об андроидах. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Да, кстати, черный шеф тоже типа. Это прототип будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне осуждаю напарник, на всякий случай. Особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь.
меня нет уверенности, что лейтенант Андерсон наилучшая кандидатура для этого дела. Так! Еще не хватало, чтобы робот учил меня, что делать! А ну пошел вон отсюда! Хорошего дня, капитан. Но я обещал адаптироваться, значит, понимающий про конструкцию, да. Понимающий. Чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Напарник. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Вот петух, они идет на контакт. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Напротив. Нет, серии у меня нет. Изучить до 708-08. Пробел 55. Точка. У вас есть собака, да? 96. Чего ты взял? На крыше собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Любит он собачку. Интересно, чё, блядь, грубиян, сука. Сумо. Сумо. Сумо зовут. Фаулер? Что за фаулер? Музыка? Музыка? Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви метал? Ну, так а он слушает, ебать, тупой. Он музыку не слушает. Но хотел бы. Хотел бы он, блядь. Да-да-да, реально. Ну, блин, я обещал той бабе. Вчера забросил 53% мячей из-за трехочковой линии. Смотрели матч? Блин, мне кажется, я накаляю на борту. Вот и вот и я вчера в баре и смотрел. Ой. Извиняюсь. Перестроение контролем. Что, нажимать нет? Не буду. Что за фаул? Что за график? График, ладно. Хотел спросить. Вы всегда приходите на работу, ну это тоже... Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться. Все, извиняюсь, все, не буду больше. Минус. О, нет, ничего. Ну, блин, произведение к андроиду нажимать, нет? Не, не буду. Я не знаю, я нажму. Ну ладно, нажму. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня? Да, есть одна. Не, зря нажал. Да. Да еб твою. Да по-моему. Типа в нуле остался. Фаулер не буду спрашивать, приступаем к работе. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. У меня какая-то хуйня с андроидом, короче, и меня фотки не открывает. Прикинь, меня фотки не открывает. Так же купить не получалось. Терпевший подъезжает, что оставил андроида дома, как обычно, и пошел на работу. По возвращению он обнаружил, что андроид отсутствует, следы взлома отсутствуют, возможно, андроид покинул квартиру. Подозреваемый. Потерпевший подъезжает, что на него напал андроид модели, работающий официантом в сетевом ресторане. Быстрый худой, расположен по адресу Чемберлен Авеню. По словам потерпевшего, андроид неожиданно бросился на него, пытался задушить, а затем скрылся. На настоящий момент местохождения андроид неизвестно. Просто так, что ли? Что-то мало верится. Потерпевший утверждает, что на нее напал ее андроид модели АП. Андроид также устроил погром в нескольких комнатах, после чего покинул дом. Да, бесячий есть такое. Спрашивайте охуенно. О, потерпевший менеджер клуба Рай сообщил о необъяснимом исчезновении секс-андроида модели. Указанный андроид проводил клиента домой и не вернулся в клуб. Офигеть там было. 243 досье.
Первые 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера вечером модель AX400 убила человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Тебе надо скорость атаки? Валю, тебе долго? Долго. Ты недолго будешь делать. С пониманием. Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься. Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. В смысле, там про Кэру было? Или чё? Чё-то я пропустил. А, там... Когда это? Смотрел? Или чё? Я не знаю, там походу было, а я пропустил. Да. Решительно. А, AX400, понял. Меня назначили выполнять расследование. А не сидите ждать... Нет, там просто модель такая же была. А, или чё? А, нет, реально походу. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Что пожалеешь? Ебать, я тупой. Хорошо, что есть РД в чате. Есть информация о модели AX400, вчера убившей человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо. Бываешь? Грубовато, конечно, Хэн. Чё мне это божеское? А, у меня сифон, что сифон и сэф. Чё мне это? Чего у нас? У Хэнка есть зацепка. Хэнк в ярости. Осмотреть участок. А, я не осмотрел участок. Сразу осмотрел стол. Выключи, а то у тебя. Все, не вышли, что ли? Ай-я! А чё я как сплю, интересно? Просто лежала с открытыми глазами. Ой, с закрытыми глазами. А, у меня же еще есть Energizer. Слушайте звук. Открываю пивко. Чего выключил? Да. О, Energizer. А где вода зеленая? Точками. Вот. Прости, я тебя разбудила. Так это был не кошмар. Нет. Бедняга думала, это сон. Кошмар. Ты голодная? Ты же голодная. Примешь ванну, и мы выйдем поищем, что поесть. Ваня. Как тебе? Хорошо. Я наберу ванну. Да, она выглядит по-любому. Если Мансич будет такой. У этого есть шар, конечно. Шаром особо. Ну, Мансич же, если будет, да? Хочешь тоже убрать эту штуку? А, волосы хочешь порезать? А, прикольно. Ну, чтобы... Я еще держусь, бля. Благодаря. Фа, чё за... О, боже. ЛГБТ, бля. О, настройки параметров AX400, берите новый цвет волос. Белый, черный, черный. Брюнетки топ. Найс, черные. Светлые, русые, белые. А, и тоже волос, что ли, просто? А, и только цвет волос, да все, не устраивает. Причесон, конечно, да, ЛГБТ какой-то. Вот теперь убрать. А это слово можно говорить, что ли? Ну да, вроде. Бля, я только думал, со снайпером так интересно драться, наверное, что с человеком сделают.
И тут снайпер выпадает, а у меня тут ТП. Ну что за пацан, блин? Да ты ему все равно ничего не делаешь. Там красный, все, да? Все. Хорош, хорош, хорош. Че у него химик ловить? Тебе очень идет. Че, реально? Ты прямо совсем как человек. Боровый тайм. Спасибо. Да. Так-то это комплимент для Роута. Все, закрыть кран там был. Ванна готова. Ну давай. Пошли. Идем купаться. Е-е-е. Меня не пускай. Нам почитаем. Киберзоопарк. Средняя продолжительность жизни в США достигла 91 года. Нифига. 94% мирового богатства в собственности у 0,4% населения мира. Чего? Не, ну долго ты не протянешь. Офигеть. Да. Это что за цифры вообще? Мирового богатства в собственности у 0,4% населения мира. Канада. Канада стоит за страной без андроидов. Канада страна, где воздух чист и где гостей встречают с распространенными объятиями. Откройте для себя пейзажи, откройте для себя природу, откройте для себя Канаду. Ну, наверное, ошибшись, не знаешь. Хотя да. Приняли закон об андроидах еще в 2028 году. Канадский парламент в очередной раз совершил голосование по вопросу о том, можно ли использовать андроиды на территории страны. Андроиды в Канаде до сих пор не продаются и не имеют официального статуса. О как. В свете того, что андроиды способствуют только беспрецедентному росту экономии, совершенно безработица, спор о том, стоит ли защитить позже. Канада остается страной без андроидов. Понятно? Ну, все равно чисто пассив. Чисто пассивчик сразу. Так вот, если Шабалда Б купит ветра, снайпер купит МКБ, а у него на МКБ денег нету. Б 500. Зарядить? Да. Я зарядил Б 500. Yeah. Имя погибшего Тодд Уильямс, безработный из Корктауна. Он был застрелен своим андроидом горничной модели AX400. О, это про машина меня. Скрылась с места преступления. Полиция ведет поиски. Прямой эфир новостей канала 16. Я Джос Дуглас. Ты не могла иначе. Если бы не ты, он бы меня убил. Опа, хорошее испытание, да? Что сатиры мы будем делать? Банишер. Идти нам некуда. Теперь бежать. Еще и полиция нас ищет. Блин, она все слышала. Связаться с андроидом? Тут остаться нельзя, денег нет. У тебя есть родные? Кто может помочь? Нет. Был папа и все. О, блядь. Тот андроид вчера дал мне адрес. Да, может, он сказал, там помогут. Надо проверить. Можно выбрать. Есть шанс. Ну, вот так вот. Выворачивайся и все. Знаю, я просто машина. Но... А, ну даже так. Я чувствую, мы с тобой как-то связаны. Станет. Да. И знаешь, что бы ни произошло, я тебя никогда не оставлю. Да, это чё? Ничего нет. Мило, мило. Ты пока собирайся. Я найду, чем тебя накормить, ну, и мы пойдем. По-любому. Ну, не знаю. А там же, по сути, в этой лодке шоу, типа, да? Ну, у него, смотря какая скорость. Так, я уже сатаник. Вот завтрак, да? Опять шоколадка. Нет? Типа, там пиздец. Ну, ты видел, да? Да, я видел. Сначала бахал, ты видел. Ну сейчас у него кончится. Ох, ёптель моптель. Да, бабки забрали, пиздец, забрали. Лейтенант
Уилсон, полиция Детройта. Женщина-андроид вчера вечером ограбила придорожный магазин. Видели чего? Андроид? Блин. Нет, андроидов не пускают. А вот такую машину вы видели? Черт, чую уже, что-то с ней не так. Поздно вечером пришла. Одета была нормально. Как понять-то? Она еще здесь? Вроде да, в 28-м. Ой-ой-ой. А? Чего, я сейчас за него буду играть? И чё мне? Так я знаю, где она. Смотреть номер 20. Ты жди в машине. Какой машине, блядь, дебил, что ли? Это невозможно. Я иду с вами. Так, слышь, ты уже задолбал борзеть. Ты машина, так что делай, что тебе говорят. Сейчас, ебать, пошел я ты нахуй. Я просто выполняю свою задачу. Извиняюсь. Простите, сейчас, что огорчил вас. Хочешь дожить до завтра? Тогда хватит меня огорчать. Кого ты огорчать, блядь? Мне похую, я буду идти дальше. Блин, ну с другой стороны, блин. Сам против себя играю. Найс, игра. Я сейчас его обгоню, чё он так медленно идет? Блин, ну... Осмотреть номер 28. Другого же ничего нет, там остаться в машине. Блин, ну тут тоже, конечно, блин, фиг пойми. Ну ты, у тебя ожог жесткий. Чё, вот я сейчас реально против нее буду, да? О, лизи бабки. Ну, чё, поставь, давай, чё. Так, по 4 капли. Ну, успели смыться, походу. Ушла. Ну и хорошо. О, блядь. Стой! Чё, блин, да фиг? А кто вообще? Кто вообще? Опять 99 будет сейчас, да? Jesus Christ! Опять переходи дорогу? Нет, на МКБ нет. Или чё? Да ёбин бобин. Вроде ушли. Если бы тебе раскрыть его... Ты жизнь. Все нормально? О, как же тебе везет дуэль выбрать? Тебя бабки поднимают, как какие-то ночи. Чего тут так много-то? У него же Рокки Шот.
Может просто не выпустят. А, вот. А, ну ладно. Утро в мотеле. Вы добрались до поезда. А, что там было еще? Ну тут это, видимо, другая линия совсем. А, ну это да. Вот и вот. Что ж, я чуть меняем? Конор рассматривает вот Кэрри и Алиса на улице. О, нормально. Тут вообще столько всего можно было. По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида детектива. Конечно, полиция уже давно применяет. Да, могли спалить, и что-то было. Что сделал? На снайпе потом. Ебать, ты что, да? На снайпе не успел залить. Поставь на зарядку. Чем? Кого? Где ты? Где там зарядка стоит? Там внизу. Бля, сходи. Девусь почему-то. Чем надо, да? Вот твои зарядки, что ли? Есть место для нашей свободы. Это ты? Ноги Иерихон. Где ты? Ну чё это? А, ты МКБ списал? Искать граффити. Ну зачем это? Мелочь. Не, не только отсюда бот. Купил. Опа, вот это испытывание сейчас будет. Да ты, мне кажется, вывезешь. Ну, да. Хотя вот спросить тебя типа, уже не так хорошо. 165 это неплохо. Надо думать. Вот этих 50 вообще. Ну да. Так, нет, так туда надо. Да. Скажи, ну бред ведь. Да. Квантовый калькулятор. Солдат андроида машины смерти. Почитаем. Поставился. Сука, я прям сатаник не пошел. Блин, так в читать лучше. Так на его полетят астронавты андроиды. Нас пошлет в космос команду андроида. Ну это уже, мне кажется, к тому времени уже давно надо было сделать. Бля, я как... Ну я сдох еще очень медленно. Надо было врачи постоянно. Короче, лев. А че, я могу вниз спуститься? Бля... На андроид онли. Держи, а хотя у него лагшот. Еще одну бабочку или рапию делать? Я же не андроид. За инферном дуэтом. Я человек, нихуя красавчик, да? Раскатить его, иначе он лагшот так и будет. Красивый? Девчонки красивый? Маркус? А, нет, не, не убегаешь. А вон то график. Деревья сможете? Блять. О, извините, пардон. Вроде нет. Еблан, сука. Спугал. Да, согласен. Иди. Он тебя не может подарить. Ой. А, два символа? Чего он на тебя ставит? А, о. Так, короче. Ну ты вроде всех убиваешь. А конфетку убиваешь? Ну потом я его закладываю. А, я не могу здесь дорогу переходить, лол. Форм. Да проезжай, ёпт, коломага. Чё стоишь в освещении? Да всё же. Тебе почему-нибудь такое? Вообще не колышко, а еще кубалечко. Тебе, наверное, пассив позже надо менять. Вот это? Или медуза. В принципе, чуть не все походу нахуй. Но я даже не вижу, но помогает на случай. Да, не очень сильно. Ты же с плашом отдуваешь. Угу, туда не надо, значит. Понял. Все, другая с плашом. Я сейчас думаю, что перфектно сейчас. Девил, блядь, кидает. Встал. Ну ты её сам не знаешь, как
А, вот. Инферно, драконифон. Еще есть еще этот. И чё? А, вот, ёпта. Роботы? За... Что, устроить, наверное, да? Или позитивка? Ну, полицая. А чё, чё-то или чё-то? А, ну, тебе грызло. Вот я лучше не найдётся. Это, да, чё устроить? У меня-то он, блядь, минус полторы секунды, что устроит, кстати. А, ну, можно. Блядь, крит. Там нет? Нормально. 2.2 беги. 2.2 и крит. Спасибо. Еще хил же. Вампиризм 70%. Ну, тогда пойдет. Там сейчас ничего лучше не было. Сейчас пресс атак только. Пресс атак. У меня много мана. Да. Вот, и чё? Сейчас попробуем, кстати, одну и сделать. Да, вещь, спасибо. А, она работает, короче. А где еще-то? Неплохо так-то. Вот это? А я топ-4. Блин, а где еще-то? Ты видишь, Влад? Не. А тут что тебе надо? Вот этот знак найти? Да, вот этот знак найти. А ты не можешь символ справа еще где-нибудь? Нет. Присесть? А, я могу туда пройти? Сверхразум. Типа... Ну я откуда мог знать? Ну ладно, еще же это... Не, я не сантиметр, что ли? Да, пока что я. Вот так удобнее. А, вот он. А, то есть туда. У тебя шанс. Хотя у тебя же сопротивление магии. Ты даже с безразличием. Теперь понятно. Задание косячи. Чем? Нет. Ну ладно, супер изи. Ладно, пиздец. Нет, сортиры бы ты не любил. Тоже рисковая вещь была. Лучше не рисковая. Рисковая. Ага, супер изи. Здесь на крышу. Чё, как? Блин, надо за сатиру купить, да? М? Сатиру купить ещё. Да, не знаю, тебе бабки нужны. А, да. У тебя столько это нужно. Чё, никак не залезу? Тихо. Да хватит. О. А, вот подвинуть, подвинуть надо. Гениально. Опа, оп-оп. Паркур. Паркур. Так, ну вот сразу и второй. Так, а третий, собственно... Не идёшь, нет, ничего. Здесь нету. В смысле, как нету? На другой стене ничего нету? А чё мне? Слева на стене ничего? Здесь всё? Ничего. А чё здесь? А, ну всё. Один отсканировал. Второй вот. Ну? Ещё где-то символ. Да, может, они здесь? Что, мне дальше идти придется? Ну, а вдруг? А как и чё? Я боюсь, а вдруг я упаду сейчас? У тебя есть выбор? Не, а если я смогу? Все, по ловушке. Да как так-то? Узбайтона, ебать, мои любимые, на. Сейчас ты не будешь без ошибок. Ебать, нихуя! Один, два, три стана. Поехали. Ага, типа допрыгнет?
прочитать. Перемещайте мышь для выбора маршрута. Так ты точно не. Понял, понял. Вычисляю, ёпта, нихуя себе. У нее есть что-то перезарядка спокойствующая? Паркур, ну. Нет, разве нет. А, вот Sparkle City, да? Опять не вижу где-то. Что-то по типа глазать почему-то не вижу. Просто тыкал, короче. Да не, ну разлом какой-то в стене. Опять просчитывать. Здорово, Макс, здорово. Проходим тут вот Детройт. Паркурю тут, видишь? Визуализация, да. Не понял, конечно, прочёта, но визуализация. Калькулейтер, да? Тут вообще знака не вижу. Чё там было? А, ну вот это, походу, вот это. Мне вот реально интересно, какая сила у андроида. Как у человека или больше? Что там, шпагу прожимать, нет? Или следующий волну? Зачем сейчас? Красота. Кстати, сбивай, по-моему, да? Сложите, всем фермам. Красивый кадр. Больше, чем сила Айос. Ну, это сложно что-то. Ты чё, чем занимаешься? Куда ты там пошёл? Куда ты собирался уходить вроде? Добраться до этого? Ебать! Обосрался. И что? Машину сдавал, сейчас жру. Понял, приятного. Чё кушаешь? Красиво. Я после стрима с малым, наверное, пойду этот за шавухой. Что-то захотел шавуху. Ну и он тоже говорит, хочешь шавуху. Похаваем шавуху. Он сегодня говорил, типа, это... Ладно, ну, мне говорил сначала, типа, 6 есть не будет, там хочет скинуть. А потом говорит, не, мне Адель сказал, я нормальный, говорит, не буду... Ну, поем, типа, после шавухи. Ой, после 6, что-нибудь. Не, кадр красивый. Наверное, здесь не ёмность. Вот это опасно. Ага. Прыгнуть? Чё, другой есть путь? Голодать нельзя. Согласен, он чё он вообще несёт? Говорит, он толстый.
Нормально он. Больше меня весит, конечно. Бля, красиво, пиздец. Мне вообще так нравится. Нет, не на джойстике. Но джойстик, кстати, есть. Ну, я решил на клаве. Я кнопки больше на клаве знаю, чем на джойстике. Если бы там были кнопки в каких-нибудь моментах таких, я бы путался, наверное. А Дэри сказала, главное сладко не есть. Главное сладко не есть. Ну да, вот главное сладко не есть, это да. Ну много, как бы сладкое тоже можно, но в меру. Опять страхи какие-то, бля. Ну, думаешь, она отлетит? Отлетит вообще? Бля, мне не отлетит. А, его отлетит. Сладкое можно до 12-13, потому что в это время оно хорошо усваивается. Пью-пью. А почему именно в это время? Дня, что ли? Да. Жиза маг. Реально, андроид без фонарика, бля. Там пик работы инсулина, который отвечает за переработку быстрых углеводов, содержащих в сладком. Блин, а если я проснулся, например, там в 12-13, только мне что, сразу сладкое хавать надо? Как раз скорость атаки. Маршарт не нужен теперь. Блин, ну ты, конечно, шаришь, Адель, да, базара нет. Блять, сука. Ебать, скрэмер. Сколько у них? Ну да, мне сладкое можно. Хоть когда, бля. Чем я тебя все выйду? Ну да. Наверное. Давай, ладно, все равно выйдешь. Одель. Адель. Адель, правильно, брат. А, понял, извиняюсь. Ебать. Ну да, да, я тупой. Жри помного, короче. Грамматика автора сохранена. Ебать ты рофлер. Да куда идти, блядь? Ой. Бля, опять страхи какие-то, а? Да. Мне кажется, он уже в следующем случае. Ой-ой-ой. Почему он именно это приказал? Ну, мне кажется, этот был бы полезнее, как бы. Не-не, спасибо. Да ёпта. Ну потом, если что, посмотрим. Что там вообще, я ознакомлюсь с этой функцией поподробнее. Куда я... О. Иерихон здесь. Ну да, местами прикольно может быть. Вы встретились с жителями Иерихона. Я вот что-то не помню, кто мне вообще сказал про этот Иерихон. Откуда я вообще узнал про него? Ну, челлендж, непонятно. Который? Который этот, полусломанный был. Он же сказал, найди Иерихон, что-то такое. А-а-а. Что-то я пропустил этот момент. Что, килл покупаем, да? На свалке, но... Тебя я невнимательный, невнимательный. Хорошо, что, говорю, есть Адель, которая очень внимательно смотрит на
Стрим. Сколько у Лигисов это? Да не начало, это вот прошлой миссии буквально. А, или ты про вообще то, что я начал играть, да? Хэнк накал. Ну да, да, начало можно сказать. Я сам бью еще, да? Ну все, не пробиваем теперь. Ой, сейчас пробиваем. Ладно, топ-2. Да. А чё они так все рвут? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия. Не ошибешься. Ну-ну. Чё, графен? Пизда-то? Ладно, давай. Вот так. Оо, коп делишками какими занимается. Не пожалеешь? Вот тогда осуждать мы его, конечно, не будем. Мы пытаемся адаптироваться к нему. Если адаптируемся, значит поддерживаем. Все нормально, брат. Нормального языка. Тебе не надо за мной везде ходить, как пудель. Извиниться, напарники, помириться и изучить факты. Давай помиримся. Тебе нужно вообще... Думаю, наше знакомство прошло не лучшим образом. Следует забыть об этом, начать заново. Что скажете? Бля, я опять навязчивый какой-то. Пластиковый болван вместо напарника, и я терплю. Но если ты думаешь, что мы друзья, ты и правда редкий болван. Ну вот грубиян. Пожалуйста. Жажда XL, сахар, калории. Гамбургер. Гарри Кейс, дата рождения, частично припоминает сведения о судьбе, сопротивление, арест, нарушение гигиенических требований. Эх, да? Лучше не есть, наверное, тогда, ну, раз нарушение. Не знаю, зачем тебе нужен. Да не, ну у меня же ничего не было, лучше тебе. Да. Лейтенант Хэнк Андерсон, лейтенант полиции. Сведения о судимости нет. Ну еще бы у копа было сведения о судимости. Спасибо, умираю с голода. Только робота убери. Без шансов. Он везде за мной ходит. Опа, че? Вы не слышишь, голубец? Вон не слышит, находится он куда-то. Видал. Холестерин, азартные игры. Блин, ну опять эта навязчивость. Азартные игры. Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Не осуждай только, не осуждай. Не осуждай. Ну, нормально. Вроде ничего. Холестерин. Ладно, спрашивай. Калорийность вашего обеда почти на 50%. Блядь. Опять сейчас минус будет, блядь. Это же вредно. Надо же от чего-то умереть. О! Что? Я не понимаю, блядь. Он странный. О Коннере, Хэнк и андроиды. О Коннере? Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Да и мощик. Да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? Нет, голос реально странный. Учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Нихуя, бля, пиздит. Ну, для гармоничной интеграции. Бля, не, Хэнка Андроида я опять не буду спрашивать, что это. Рассказать вам, что известно о девиантах. Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация. Что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Нифига. Да, это как вирус какой-то. Эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ну, придется спрашивать. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроида? Есть причина. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей.
Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? Ты типа все теперь про меня знаешь? Блин. Сказать правду. Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Бля, ну это лишнее. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Психология. Честно, психология. Ладно, психология. Два, нажмись. Вы опытный офицер полиции. Мне нужно ваше доверие. О. Уверен, мы раскроем. Хороший ответ, хороший ответ. Работать вместе. О, нормально. Чё-то как Нео поступило вернулся. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Конор! У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. А? Ты так и будешь торчать в лифте? Ой. Нет, я иду. Погнали. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он... Сизый голубь. Видел человека, который прятал бля, под шапкой идиот. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Цивы. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Верно. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Боже, это музыка. Да куда? Погнали. Это что за хрень? Господи, ну и вонище. Поход. Зря притащились. Он ушел. Подозреваемый не ест. Ну, девиант получается, походу. Он заботится о диких животных. Не, ну пустой холодильник, подозреваемый не ест, это такое себе. На самом деле. Армейская куртка, секонд-хенд, инициалы РТ. Да нет, человек. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. Да еб... Плакат городской фермы. Поля в самом сердце города. Эйкер-авеню. Изготовлен из переработанной бумаги. Недавно был перемещен. Значит, тут кто-то был недавно. А, за ним типа что-то есть. Чё? Просто заведи. Нашел чего? Заведи, давай.
Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. А. Так, сейчас, секунду. Права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись. Права поддельные. Сейчас, секундочку. Точно, значит, девиант. Диод, биока. Ну понятно, девиант. В раковине лежит диод. Ну конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Радеть, ну сразу понятно. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. Он даже... То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Компульсивный почерк, это что значит? Навязчивое состояние. Недавно был здесь. Побежал в гостиную. Этот псих реальный тут прикармливал. Это гостиная? Ну типа есть же обсессивно-компульсивное расстройство, при котором делают некоторые вещи, чтобы себя успокоить. А, это как я, это коленка дергаю. Светичек фекальных масс. А он повеситься пытался? Или что? А, просто крюк. Андроид же не может задохнуться, что за бред. Зря побежал к выходу. Слышал, как мы вошли, как он это понял? Опа! Подозреваемся еще здесь. Стреляли по нему, походу. Стреляли. Ох, ёпта! Пиздите, сраные голуби! Ну чего ты ждешь? Лови давай! Прыжок!
Я бегу. Крыса, не догонишь. Быстро, но рискованно, и легкий, но медленно. Быстро, но рискованно. Оптимальный вариант. Быстро, но рискованно. Обходной путь. Оптимальный. Обходной путь прямой, но многолюдный. Да пофиг, чутку. Блин. Не, вот на джойстике я бы вообще хуй так сделал. Куда он убежал? И чё? Конечно же, риск. Шнырить не мешайте. Нет. О, накал, накал, спасибо. Бля, прикольно, очень мне нравится. Прямой, конечно. Ах ты, крыса. Догнать девианта, спасти Хэнка. Вероятность выживания 89%. Что делать? Не, спасти Хэнка, конечно же. Программный сбой. Черт! Черт! Ведь почти! Черт! Я виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Нормально. Ничего. Мы его теперь знаем. Найдем. Мама симпатик. Эй, Конор. Ничего. Я красавчик. Мне эта тетка-то, афроамериканка, сказала адаптироваться. Я прислушаюсь. Не знаю, что это вообще за тетка. Руперт сбежал. Руперт? Откуда я знаю его имя? Сука, бля. Нет, соединение сервера статистического какого-то не подтверждается до восстановления подключения. Ну, пофиг. Марта, Марта, да. У меня это... дебилизм именно. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Я не понимаю. Я думал, Иерихон — это место, где андроиды свободны. Конечно. Мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. Nice. У нас больше нет хозяев. Ну, вот так да. Прятаться тут как мыши. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход — прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Если это ставлено так, чтобы прошел только андроид. Иерихон могут найти лишь такие, как мы. Да, брат, но это же андроид.
эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Растеряно прояснить. Раньше вами управляли люди, а теперь управляет страх. Да никакие вы не свободные. Ты вообще что пишешь, какие буфера у тебя? Ты там на полшишки уже женатый человек. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали, но нам приходится выживать. Да. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно. Тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Че, все, что сдохло? Ну, конечно, да, и все. Ну, зомби, бля. Так застыло еще, прикольно. Че там? Разжечь огонь. Люси. Ну давай тоже разжижем огонь. Везде огню быть. Ты Люси. Ты Люси. Это что за шнырь стоит? Да блин, в управлении запутался. Опять зомби, бля. Наверное, мои дела. Да, братишка, пиздец, плохи. Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Ебать. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Не хочу отключаться. Жалко. Жалко типа, конечно. Это что, отключенная? А где Люси? Я везде разжег огонь. Чего не без света? Откуда у тебя зажигалка? Не знаю, кстати, реально откуда зажигалка. А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Эрихон вариант не хуже прочих. А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? Обиженная? На что, блядь? Ну да, не стоило, наверное, это задавать. Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут.
Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Грубиянка. О, разжечь огонь. Моя миссия — разжечь огонь. Уже пуст. Ебать. Малой отключился, походу. Тоже робот его? Андроид, точнее. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Да. Грустно. Да где это Люси, блядь? Да what the fuck, motherfucker. Я до сих пор Люси не могу найти. Да Люси — это не та, которую ты сейчас говоришь? А, вот, походу. Да. Ты Люси? Присядь. Присяду. Покажи. Я думал, пенис. Оу, щит. Надо закрыть рану. Ты тоже так подумал, да, Даль? Заебись, боли не чувствует, конечно. Вот Адель, конечно, да. Выпей. Это что? Настойка, бля? А можно не пить? Вдруг это отрава? А как я... Чё я выпил? Кровь. А, это кровь, да, кровь. Тоже только сейчас допёр. Дай мне руку. Страшно, врубай. У тебя было все, и ты все потерял. Ну да. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Ну, череп у него кринжовый, конечно. Пол башки с тобой разговаривать, что-то. Она типа какой-то этот... Бог. Предложить Саймону. Может, она есть Ра-9?
Саймон. Опа. Я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Циклус. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Согласен. Я с тобой. Опа. Стоит попробовать. Ну все, Шнель, деваться некуда. Ладно. Я в деле. Бунтарь. О, ну тут трудно было что-то, конечно. Да будет свет! Да будет свет, видишь что-то? Ты чё? Это значит, я везде свет зажёг. А это чё? Почему странно? Или это всегда так? Странно. Алиса доверие? А чё не это? Симпатия или как там? Ты как, ничего? Тут симпатия нам помогут. Скоро всё это останется в прошлом. Мы на месте. Навязчивым мы не будем. Ну ладно, еще один раз. Вы Златко? Златко. А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Ну и имя Златко. Вот это я точно запомню. Проходите, не стесняйтесь. Хорошо, будем как дома. Начитанный. Ну или просто так книги. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. Ух, ё. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Страшный тип, конечно. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили... Да, согласен, согласен. Дом какой-то мрачный. Вон даже картина за ним какая-то стрёмная. Ясно. Ты девиант? У него руки в крови тоже. А она что? В синей крови. Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух и нет законов об андроидах. Да, кстати. Идеальное место для новой жизни. Там же нету андроидов. Да, мы
Мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Че? Что-то пиздежом попахивает. Меня бы уже давно нашли, блядь. Ну, пиздобол, короче, понятно все. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Бля. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. А, в подвале. Сейчас спустимся, хули. Подвал, бля. Нет, она ёбна. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Ну, даже она... Я боюсь, давай уйдем. Знаю. И мне он не нравится. Будем осторожны. Но у меня выбора нет. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Найс решил. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Идем, Алиса. Что-то открылось. Сюда, пожалуйста. Может, убежать там можно? Ой, бля, ясно. Ясно, все, ясно. Ты не могла бы встать сюда? Сесть в машину Златка. Ну, хана мне, короче. Должен предупредить, это может быть неприятно. Ага. Считай, имеет полный доступ. Сейчас ко мне, походу. Запчасти у них воруют. Да, возможно. Ты знаешь, что странно? Считай руки. По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что, на самом деле, удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, ну да, очевидно. И вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом. Да. Ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиан хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Два процента. 3%. Чё я? Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ах ты мразь. Ты кусаться? Ну я тебя поучу, манера, маленькая дрянь.
Очнись, Кэра! Ты чё, сука, блядь, шнырь нахуй ёбаный? Приходи в гостиную. Чего? Чё, в смысле? А, это он просто указание сделал, наверное, просто. Найди способ сбежать. Взять короткое замыкание. Как? Подожди, рассматривайся еще. И чё? Дальше смотрим. Слева вообще где-то смотрим. Ебать, 51%. Слева посмотрим. Что я сделал? Ух ты, блядь, чуть не мискликнул. Почти высвободился. Нормально вроде. Ох, ебать, я гений. Сосы, а, блядь. Падла, дай руку. Сосы, а, блядь. Пизда жирному. Ооо, Златка, блядь. Поврежденный сейчас память восстановлен. Чё там? Чё там? Чё там? Уже сядь. Помоги. Ох, ёпта. Открыть клетку? Опа. Союзники, надеюсь? Без хуйни? Нет. Этого не может быть. Го, отпиздим его, парни. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Ебать. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Ясно, блядь. Бесполезные, блядь. Бля, ебать, страшно, нахуй. Реально страшно, блядь. В пизду, в соло пойду, нахуй. Этот шнырь здоровый. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, Златая. Приведу девочку через 10 минут. 10 минут. Бля. Да, любому она не где-то близко. Ебать! Страшно, врубай. Открыть клетку? Чем бы? Что тебе за открыть? Не знаю. А чем будет? Блин. Бля, он страшный, бля. Он меня сожрет. Да, не сожрет. Не, надо сначала эту найти. Потом уже открыть. Алису, да.
всегда повиноваться. Хозяин, да. Что ты делаешь? Ты не выключишь меня? Выключу, но. Нет, не выключишь. Алиса. Я ищу девочку. Ты ее видел? Ищешь девочку? Нет. Я ее не видел. Ну ты все тогда иди нахуй. Не мешай. Пощадить. Не, пощадите нам, не скажете все. Договориться. Будешь молчать, если отпущу. Да, я буду молчать. Пизди, да? Пизди. Чё? Я бы выключил, не знаю. Хозяин у него там, блядь. Пошёл он нахуй, пиздит, блядь. Ну и чё, всё. Что-то там открыл, тем более. Опа. О, блё! Что? Смотри. А, я только что забыл, да? Сколько у меня времени? Искать Алису. Ух, ебать, тут кринжовая тёлка ещё стоит какая-то. Ну, базарит. А что там еще? Не. Спереди. А? Спереди. А, или это тут пишешь? Ну там я был, куда продели. А че мне? Я вышел. Шнырю вообще похуй. О, блядь. Понял, не дурак. А здесь что с справа? Да тёлка еще какая-то. Почему все еще там тебе? Это где? Да все, уходи. А, я обратно не могу? А чего куда-то его проходить? А, ну через другую комнату как-то надо. Он спит или что? А там что за комната была? А? Там же комната какая-то была. В ванне? Че, мимо него пройти? А как им? А как ты сделаешь? Не, он мне сказал в гостиную. Он спит, смотри. Ну, да. Может на цыпках. Он же пустит. Шо нахуй? Он спит, да. Он стопудово охраняет тут дверь, тут Алиса, наверное. Ну, Най сохраняет, конечно. Спит. Бля, ну да, самое время почитать, нахуй. Ну да. Не, спасибо, ладно, не буду читать. Сколько мне? 8. Там что-то есть. О, лежит что-то. Вдруг. Ну, лежи. Иди, конечно. Конечно, блядь, пизда ему нахуй. Черепушку ему разломлю, то что она. Заряжена. А, заряжена. Да, вот так их. Я справа что-то поменять сейчас. Не знаю. В камине она точно, блядь, ее нет, наверное. Ну ладно, проверим. Это что вообще было? Не знаю. Может, типа, я поджечь могу потом? Настя телек смотрит. Что за ненужные действия? Коридор. Ну еще времени вроде много, хата нездоровая. О, стопудово здесь. Почти последняя комната, по-моему. О, заебись. Тебе надо съебаться как-то отсюда. Алиса. Кэра. Кэра, ты меня вспомнила. Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Лютер! Съебался. Да, сладко. Я закончил.
Тащи сюда мелкую. Какую мелкую? Ууу, бежи, 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 бежи. Спрятаться. А можно? Златко! Что? Девочка сбежала! Ты чё? Не могла же она исчезнуть, но прячется где-то! Бля... Чего встал-то? Ищи давай! Он в моей комнате сидит, чё, бля? А, вот он стоит, лол. Иду! Вышел вроде. Взять полено. Они нас ищут, надо бежать, пока не поймали. Чего, 20 секунд? А чё всё в дыму-то? 10 секунд? А куда мне уйти-то? Блять, в коридор не надо. Да еб тупой. Беги, беги! Нет, я тебя не брошу! Беги как можно быстрее! Ай, бля... Я предупреждал! Мечты всегда ведут в яму! А ты не послушала. Ты что делаешь-то? Чего? А ну пошел прочь! Нет. Теперь нет. Я красавчик. Сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не пробил. Во, вот это нормально, так, блядь. Ты смеешь. Мр. О, шныри подключили. Это еще что? Стреляй нахуй, я вообще не думал, блядь, падла. Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Ну, а чела тоже задолбала ему прислуживаться, походу. Красавчик. Ебать, я вообще думал, что может произойти. Жестко, вообще жестко все повернулось. Я не хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Красавчик. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Ну, почему-то я верю ему. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю. Я тоже верю. Вроде добрый здоровяк оказался. Я так боялась тебя потерять.
наверное, это сейчас все заканчивать буду. Да? Да. В принципе, нормально прошли вроде. Лютер присоединился к Кэрри и Алисе. Что, Гос, я пока не знаю, смогу ли я. Мы могли не уйти или что? Интересно. Так, ну все. На сегодня все. Так. Ну, мы нормально прошли. Многое узнали. Так что буду заканчивать. Maybe завтра еще постримлю. Если нормально все будет. Переходим в дерево сюжета. Не, вообще нормально прошли. Может, русская рулетка. Сейчас будет не вся русская рулетка. Златку, блядь, падла нахуй. Да, я молодец сегодня. Не нафейлил ничего вроде. Нормально. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Бы-бы.